Участие в соревнованиях приняли воспитанники секции дартс. Главное правило – попасть как можно ближе в центр мишени и набрать наибольшее количество очков. По словам ребят, благодаря таким соревнованиям у них просыпается азарт и жажда победы. Также состязания добавляют массу позитивных эмоций. Занимаюсь уже второй год. Очень интересно то, что мы играем с разной возрастной группой. Расширять свои способности. Это самый, можно сказать, интересный вид спорта, который мне больше всего понравился. Меткость можно разрабатывать. И считать я стала быстрее. В упорной борьбе третье место досталось Дарье Тимоненковой. Вторым стал Владислав Радомяк. Первое место завоевал Эдуард Семенов. По итогам состязаний победители и призеры были награждены грамотами и медалями. Остальные участники получили утешительные сладкие призы. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.